в локации караван в местечке квадрат U1 4 сектор расположен домик. Это восточный край, вот отсюда с проводника, когда вы бежите по северной части карты. Вот в 4 секторе квадрата U1 можно обнаружить вот такой вот домик. Здесь с этим домиком было связано задание, которое я выполнял в 2015 году, но я уже не помню, что за задание. Ну, сегодня 17 год, я решил зайти проверить. Какая-то загадочная рация стоит на столе, можно ее попробовать перенастроить. И я взял задание, мистическая какая-то загадка, отойти. Давайте посмотрим, что это за задание. Мистический дом разгадка. В странном доме на караване я услышал по рации последовательность цифр. Для чего ее можно было бы применить? Вот это вопрос. Так, перенастроить больше не получается. Какой-то сейф. Загадочный, опять-таки. Тыкаем. Так. Ой, у меня там что-то получилось. Репутация. Белое братство понизилось. Так, я получил опыт, ребята. 21 тысячу боевого выживания и опыта поддержки. Так, собрал. Ну, это, наверное, что-то для другого. Задание выполнено. Мистичный дом разгадка. Вот и все, ребята, видите? Все, что надо было сделать, это зайти в этот домик, тыкнуть по рации. Ну-ка, больше я не смогу взять это задание, да? Нет, не смогу. Выполненное задание, я так понимаю, да? Мистический дом, разгадка. Видите? То есть все, что нужно, это прийти сюда, в этот дом, тыкнуть сперва по рации, потом тыкнуть по вот этому самому сейфу, и вы получаете награду. Но награда-то неплохая. Ничего не делая, по 20 тысяч опыта. Денег не дали? Нет, не дали. Зато добавили тут мне какие-то предметы. Давайте глянем, что за предметы. Игрушевую мишку какого-то. Не знаю, зачем это он нужен. Антирад, противоядие и аптечку большую дали. Вот так вот, ребята, вот такое вот задание связано с этим домом. Поэтому будете на караване, обязательно посидите, еще раз показываю это место, U1, 4 сектор. Просто придите, тыкните по рации, по сейфу и получите по 20 косарей опыта в каждую ветку. Вот так вот.